Поверхностное паховое кольцо. У худых людей легче. Не надо, не обязательно мошонку добывать. Самое главное, вот, нашли лонное сочленение и чуть выше, и правее, вот ваше. О, видишь, семенной канатик твой. О, и вот как раз мы находим наружное паховое, а как раз кончик пальца пропускает. Это норма. То есть у худых людей можно вот так вот проверять. Не обязательно.